Серия пособий географии эмоций с Монсиками для детей от 7 лет. Это самый эмоциональный способ рассказать ребятам о разных странах. Каждую страну и ее жителей отличает особый темперамент, характер и склонность к проявлению эмоций и чувств. Для того, чтобы понимать людей, ребятам очень важно знать традиции и культуры стран мира. Постигать эмоциональные особенности различных стран еще и очень познавательно и интересно. После занятий у ребят появляется множество творческих идей и энергия для развития. Именно поэтому мы создали занимательный курс о путешествиях со сказочными героями «География эмоций с Монсиками». Это отличная возможность показать ребенку, как огромен и разнообразен наш мир. Захватывающий сюжет занятий, занимательные игры и приключения вызывают у ребят искреннее удивление и большой интерес. Так создается основа для любви к познанию, открытиям и путешествиям. Серия состоит из 10 рабочих тетрадей для детей и методического пособия для родителей и педагогов, разработанных специалистами по социально-эмоциональному обучению. Игры и увлекательные задания в рабочих тетрадях знакомят ребят с культурой, традициями, праздниками, архитектурой отдельных стран. А на страницах методического пособия можно найти готовые сценарии для проведения интересных и вовлекающих занятий с детьми. Если вы и ваши дети хотите отправиться в приключения и получать яркие эмоции, открывайте мир с географией эмоций с Монсиками. Заказать пособие можно уже сейчас в интернет-магазине издательства «Просвещение».